Несколько полномасштабных операций провели сегодня сотрудники инспекции общественной безопасности на дорогах страны. В центре внимания оказались не только водители, но и пешеходы. До каждого попытались донести истину, о которой все мы так часто забываем. На дороге следует держать ухо востро, независимо от того, за рулем ты или на своих двоих. Ну а водители, у которых нашлись и грешки после проверки документов, могут смело жаловаться, что звезды сошлись не в их пользу. Щенкал карат, а вот ничего. И все же даже среди тех, кто получил сегодня протокол, нашлось немало водителей, одобряющих активность полиции на дорогах. Как выяснилось, год назад, 20 числа, февраля месяца в прошлом году, кто-то был за рулем моей машины. Может быть, я, может быть, сын, а может, мои друзья, знакомые. Слегка превысили скорость в районе Ставчен. Ну, правильно. Ну, нарушили, надо оплачивать штраф. Всего за два часа было остановлено несколько сотен автомобилей, выявлено несколько десятков нарушений, а у одного шофера даже права забрали. Пенем презент au fost depistate автомобили cu geamurile tonate, fără revizia tehnică. Avem, până la момент, avem și persoane care au admis și mai mult de 15 contravenții care au fost fixate prin intermediul camerelor de monitorizare. În cazul în care noi identificăm că persoana s-a aflat la mijlocul de transport în timpul comiterii contravenției, la acumularea 15 puncte de penalizare se ridică permisul de conducere, respectiv îl expediem în instanța de judecată pentru primirea deciziei. Paralelно с водителями патрульные работают и с пешеходами, которым объясняют необходимость соблюдать правила дорожного движения. Fapt pentru asta, în conformitate cu articolul 245 alineat 1, a fost aplicat avertisment. Prima și ultima dată, bine? Prima. Некоторые пешеходы явно чувствуют себя бессмертными. Даже такую опасную артерию, как бульвар Дачи, предпочитают перескакивать, лишь бы не дойти 20 метров до зебры. Боитесь переходить дорогу так? А я с Богом, я очень спокойно. Я на инвалидность. Я вас, тем более, что вы, у вас есть инвалидность. Ну, почему вы так рискуете? Я не рискую. Не боитесь? Рискуете как-никак? Здесь оживленно. Ну, столько лет переходили, как бы, не боюсь. Чего бояться? Вы не боитесь так рисковать? Мне дело все в привычке. Когда его очень долго строили, он был загаженный, этот переход. Поэтому люди привыкли переходить здесь. Закон предусматривает для пешеходов, создавших опасную ситуацию на дороге, штраф в 450 леев.